первый день, как только мы приехали сюда, мы жили на улице. И во второй ждем. И в третий. 90% людей, которые находятся здесь, больны. Rusiyada səfərbərliklə orduya çağrılan və Ukraynaya göndərilməyə hazırlaşan əsgərlər özlərinə qarşı pis rəftara etiraz edərək üsyana qalxıb. Rusiya rəhbərliyinə müraciət edən çağırışçılar meşəlik ərazidə özlərinin qazdığı səngərdə yaşadıqlarını, yeməksiz qaldıqlarını, 70-ci illərin silahları ilə təmin edildiklərini deyir. Aralarında xeyli sayda xəstənin olduğunu deyən əsgərlər döyüşə getməyəcəklərini bildirib. Вооружение 70-х, 80-х годов. Отношение скотское, это офицеров. Мы никому не нужны. Подготовьте ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Половина. Никакой медкомиссии не было нигде, блядь. Здесь психически не уравновешены. Зовут меня Коврижных Артем Алексеевич. И хотел бы сказать, был мобилизован, призван от военкомата. Пришел, получил повестку. Отправили меня в первую Таманскую дивизию, первый танковый батальон. Не подписав документы, выдали автоматы. Автоматы не пробиты в военном билете. В военном билете нет никаких печатей. Никак официально не оформлены. Заработная плата банковских карт, счетов не открыты, не активированы. Раскидывают, блядь, по лесам. Мы жили 6 дней в окопах, которые сами вырыли. Палатки нам дают. Жили в землянках. В данный момент нас 400 человек стоит. И, ну, как бы мы никуда не собираемся уезжать. Вот, пошли они как бы все. Мы ожидаем помощи от вас, государства. Ну, если на вас можно положиться. Вот. Информацию передал. Сюда сейчас подгоняют 3 танка уже. Мы протестуем, мы забастуем, мы никуда ехать не собираемся. Тут уже стоит 3 бронетранспортера, блядь, с пулеметами и с, блядь, пушками.